Как тебе форель? На вкус как рыба. Это и есть рыба. Я к тому, что в ней нет ничего особенного. Ладно. Брилл сказал, что ты должен показать эту пленку Пинтера. И опасайся ФБР. Брилл говорит, Пинтера под колпаком. Когда мы встретимся? С Пинтера? С Бриллом. Никогда. Понял. Я надеялся на другой ответ. И на какой же? Ну, может быть, скоро. А тут вдруг никогда. Почему мы каждый раз это обсуждаем? Брилл говорит со мной, я говорю с тобой, иначе нельзя? Прости за то, что мне не нравится платить человеку, которого я даже не видел. Тогда не плати ему. $10,000. Еще мне не нравится носить с собой такие суммы. Это облегчит твою ношу. Это Брилл задрал цену или ты, комиссионная? Я, как всегда, беру 15%. Цены Брилла зависят от степени риска. Может, ты предпочтешь кого-то другого? Вместо Брилла? Вместо меня. А в чем дело? Ни в чем. Просто лучше, когда деловых партнеров не связывает такое запутанное прошлое. Мне нравится наше прошлое, и мне нравишься ты. Ты мне тоже нравишься. Я просто хочу быть уверен, что не нарушаю закон. Не нарушаешь. А откуда такая уверенность? Я бы этого не позволила.